Здравствуйте, в эфире Азов-Инфоспорт, в студии Александр Истомин. Отборочный этап открытого чемпионата детской футбольной лиги проходил в нашем городе на этой неделе. Азов был представлен двумя командами – ДЮСШ номер 3 и ДЮШОР номер 9, которые оспаривали право дальнейшего участия в чемпионате в разных группах. В группе А команда спортивной школы номер 3 безоговорочно уступила первые три места «Звезде» и «Ростову», которые представляли столицу области, и команде «Кожаный мяч-2» из Ставрополя. В группе «Б» футболисты областной 9-й школы Олимпийского резерва заняли третью строчку, уступив две первые позиции командам «Кожаный мяч» Ставрополь и СКА Ростов-на-Дону. По итогам четырех дней сильнейшими стали футболисты ростовской «Звезды», в финале обыгравшие Ставрополь 3-2 по пенальти. Бронза досталась команде «Ростов» из Ростова-на-Дону. Азовчанин Андрей Гончаров стал победителем открытого турнира Ростовской области по панкратиону. Участие в соревнованиях могли принять спортсмены старше 16 лет. 14-летнему Андрею Гончарову разрешили выступать, учитывая его особые достижения в этом виде спорта. Азовчанин является многократным чемпионом Ростовской области и России по смешанным единоборствам. 16 июня в Ростове-на-Дону прошел открытый турнир по панкратиону. Участие приняли 150 бойцов из разных регионов России и соседних республик. В весовой категории 65-70 победил азовчанин Андрей Гончаров. Андрею всего 14 лет. Турнир открыт для участников от 16, но для азовчанина сделали исключение, потому что он сам по себе уже исключение из всех возможных правил. Побеждать старших противников Андрей стал чуть ли не с первых шагов в спорте. Медалей за первые места областных, окружных и российских соревнований столько, что надеть все сразу юный спортсмен физически не сможет. Отец, тренер и тезка в одном лице Андрей Гончаров-старший начал воспитывать боевой дух в сыне с рождения. И буря рвет, в лохмотье наше знамя, идем вперед, идем и точно знаем, за нами Русь, мы победим, и говорим все как один, мы все выдержим, пройдем, прорвемся, мы врагов своих переживем, а если вдруг умрем, воскреснем, если надо будет, вновь умрем. Белокурая Россия, очи ясные открой за твою свободу. Мы идем в бой. На тренировках часто недоволен, потому что ему не хватает, говорит, если я тебе скажу хорошо, ты расслабишься. Надо всегда стремиться еще более к лучшему. К лучшему – это к званию чемпиона мира. Стремление вообще стать чемпионом мира по версии UFC. Это в Америке. Вот, на такие планы. После этого там уже посмотрим. Главная цель вот эта. Карате, бокс, смешанные единоборства. Андрей владеет этими видами спорта. Свой успех объясняет многочисленными тренировками и силой духа, которую советует воспитывать каждому. Что не главное, выиграть, проиграть, показать просто себя, свой дух, характер, прежде всего. А умение и сила, ты будешь тренироваться, если упорно они к тебе придут. Соперникам старшего возраста, которых без особого труда побеждает Андрей, ничего не остается, как удивляться. А друзья чемпиона, напротив, гордятся и тоже мечтают достичь таких высоких результатов. Конечно, любой, наверное, хочет быть чемпионом. Будем тренироваться, смотреть. Как получаться будет, нет. Следующий бой Андрей проведет в конце июня. Азовчанин встретится с ростовским спортсменом Маратом Раймбаевым. Несмотря на огромное количество больших побед, 14-летний чемпион не расслабляется, тренируется с 5 утра и думает только о достижении цели. Так что лень старается держаться от него подальше. Вспоминаешь предыдущие бои, когда тебе поднимают руку. Ну, как это вообще приятно, когда все тебя аплодируют. Ты понимаешь, что тебе надо идти на тренировку, чтобы это было в дальнейшем. Так и поднимаешься и работаешь. Анастасия Дичко, Игорь Скуднов, Александр Истомин, Азов-Инфоспорт. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.